В этом видео мы построим свою базу в космосе и будем захватывать планету. Но перед просмотром не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Ну а мы начинаем. Ну что ж, дорогие друзья, давайте приступим к строительству нашей базы в космосе. Где это, Марс или что это такое? Ну а мы где-то находимся на какой-то странной планете и сразу отстроили гигантский себе забор. Обалдеть. Что это такое еще? Так, смотрите, еще что-то мы какие-то лесенки, ступенечки, полосочки поставили. Это что это такое? Бэм, еще какой-то подиум, ну-ка. И это офисное место мы построили. Вау, у нас первый, смотрите, космический рабочий сидит. Здорово. А здесь что? Вау, туда можно провалиться. Наверное, у нас места для добычи всяких редких ресурсов. Я могу бегать побыстрее? Не, не могу. Так что приходится вот так вот собирать. Опа, собираем 50 коинов. И погнали мы вперед сюда. Сейчас здесь. Давайте покупаем еще одного рабочего. Получается? Да. А подожди, я рабочее место поставил, да? А работник где? Где работник-то? Мы, главное, поставили рабочее место, а работника у нас нет. Странные места какие-то. Ну, погнали, погнали, погнали. Сейчас еще заберем коины. Смотрите, здесь, по сути, пока что вон там один человек, два человека. И там какие-то монстры. Оу, мне неужели придется с ними сражаться? Но у меня нет пока никакого даже оружия, так что надо поскорее себе набирать какое-нибудь оружие и сражаться против марсиан. Или вообще, кто это такие? Надо будет сходить посмотреть обязательно. Это что это такое еще? У нас одно рабочее место, да, я так полагаю. И здесь давайте берем. Есть. Все, вот эту штуку надо взять. Она красным почему-то горит. Я даже не знаю, почему. Итак, погнали, сейчас забираем еще коинов. Сколько у меня, интересно, там накопилось? Надеюсь, что достаточно много. Ну, смотрите, 100 96 даже накопилось. Отлично. А это что это такое? О, можно, смотрите, навигатор включить, который будет подсказывать нам, что построить. Это что это такое? Опа, стеночки отстроились. Еще у нас здесь рабочие. Еще давайте. И здесь еще сделаем. Жесть, а сколько сюда вообще? Здесь, наверное, так, раз, два. А еще где-то 3 человека туда можно посадить. И у нас будет еще 3 рабочих места. Это хорошо, конечно. Давайте посмотрим, что у нас здесь по геймпаду. Скорость X2 кэш, например. О, 1000 робуксов стоит. Обалдеть. А немного ли? Немного ли? А это что это такое? О, можно дверь открыть таким образом, да? И так вот закрыть. Прикольно. Итак, забираем. У меня, кстати, сейчас уже 91 коин в секунду. Нет, в 10 секунд приходит. Это хорошо. Итак, давайте сейчас здесь достраиваем, надеюсь. И у нас откроется что-нибудь новенькое. Новенькое какое-нибудь строительство. Пока что здесь у нас ничего не открылось. Но я вижу, вон там вот у нас есть шахта какая-то. Теперь тоже нужно будет заценить, посмотреть. Итак, что это такое? Мы крышу построили? Нет? Вот сейчас будет крыша, да? Ага. И свет. Свет. И еще что это такое? Лестница наверх. Мы что, еще на втором этаже сможем рабочих уместить? Кажется, похоже на то. Ну-ка, это что это такое? О, у меня уже не хватает. У меня уже не хватает коинов. Давайте посмотрим, что это здесь за шахта такая. Она еще и закрыта. Смотрите, не могу туда пробраться. Но прикольно, прикольно, прикольно сделали. Так, у меня 121 коин за 10 секунд приходит. Это хорошо. Сколько у меня уже здесь? Должно быть много. Во, смотрите, 800. Давайте 10 секунд ждем. Сейчас будет 900. Давай. Приходи. Не приходит? А что? Во, пришло все. 10 секунд для нас слились как вечность. Идем сюда. Это что, это такие бараки? Ну-ка попробуем построить. Давай. Пэмч. О, еще дополнительное здание здесь открылось. Но нам еще здесь надо закончить с этим. С этим мы закончим и пойдем дальше. Так, опа, стеночки. Это что это такое? Непонятно, какие-то штучки. О, реально, еще рабочий у нас здесь. Вот это прикол, прикол. Реально, здесь у нас еще одни рабочие будут. Ну, конечно, они стоят по 350. Но их здесь, по сути, раз, два, три, четыре, пять, шесть, может быть. А может быть и 5 будет. Так что погнали, сейчас забираем. Забираем, забираем, забираем коины. А, это смотрите. Это у нас как Мега Нуб Вар Симулятор или Наруто Тайкун. По этому принципу у нас работает. Похоже, что да, здесь у нас есть еще кристаллы. Вместо чакры. Понятно, понятно. Вот что это у нас за симулятор такой.
Интересно, но тогда мы сейчас здесь нафармимся как можно больше. Так, есть. Давай, а чё не берешься? Во, все, так посадили. Так, отменяйся. Что еще? Еще один рабочий. Подожди, а что? А, эти слезли? Или здесь не было никого? Что-то я уже запутался, друзья. Ну-ка, давайте сейчас еще забираем коины и пойдем дальше отстраивать. Ну, смотрите, пока что у меня очень мало коинов приходит. Очень-очень мало коинов. Может, котики есть? Может быть, котики где-нибудь можно получить. Но у меня их нет, к сожалению. Так что, если вы знаете, можете в комментариях написать, и другим будет только в радость. О, смотрите, сколько здесь мест еще нужно нам покупать, чтобы дальше отстраиваться. Ну, давайте мы попробуем здесь все заполнить нашими строителями, ой, работниками, и пускай они нам приносят коины. И 17, даже 17,5 тысяч коинов у меня собралось. Можно пойти и доделать все, что мы здесь не доделали. Я, конечно, тут построил немножечко вот тут вот дополнительные места, но это вообще ни о чем. Так что давайте еще здесь построим, здесь и здесь. Все, о, отлично. Ох, сколько здесь рабочих-то мест. Но вроде я доделал. Доделал, и потратили мы на это еще 3000 сюда. Вроде все у нас здесь готово. Пока что, пока дополнительных рабочих у нас нигде не наблюдается. Давайте вот эту вот штуку построим. Есть. И здесь давайте, что же здесь у нас будет? Здесь, может, мы уже будем отправлять войска свои на сражение? Или что это? Пока кровати какие-то строим непонятные. И непонятно для чего. Может быть, вот это что это такое? О, что это мне прибавилось? Мне что-то сейчас прибавилось, но я не понял, что. Давайте и здесь вот это. Что это такое? Бэмч. Бласт какой-то. Что за бласт? Не понимаю. Что-то прибавилось, короче. А, но это вот бараки мы построили. И все. Больше я ничего не могу здесь. О! Что это такое? Кто это? Ты кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Это у нас первые солдаты пошли. Вау! Ничего себе, вы крутые. Очень-очень крутые ребята. Один упал. Ну-ка, давайте мы на вас посмотрим получше. Жесть прикольная, это мои герои. Давайте мы откроем им дверь. Пускай они идут сражаются. Может, они будут дополнительные коины мне за это приносить. Что мы еще можем здесь сделать? О, так, это что это такое? Можно дроид какой-то. Что это такое дроид? Не понимаю. Можно сюда нажать, что ли, или что это такое? Нет, они сами появляются. Но, видимо, это у меня из бараков они выходят. Это гараж. О, мы технику сможем сейчас, да, отправлять? Это что это такое? Это еще туда путь, лестницу какую-то мы... Ну, не лестницу, тропинку мы проложили. Вот они появляются, смотрите, идут. И они еще с моим ником. Прикольно, это я в будущем. А, может быть, все может быть. Итак, давайте здесь наш гараж отстроим. Пускай у нас тоже и будут техника, машины ездить. Может, и самолеты, и вертолеты. Вот так вот, давай здесь свет строим. Надеюсь, мне коинов-то хватит на все это, чтобы здесь доделать. Опа, смотрите, мы здесь не пар... Это не парковочные места, да? Это то, чтобы чинить просто машины или создавать. Давайте, опа, еще второй этаж, смотрите, появился. Теперь с этой стороны то же самое надо сделать. Плюс один и плюс один сейчас. Опа, есть! И с этой стороны что это такое мы добавим сейчас? Мы добавили какую-то штуку. Робот-спавнер. Опа, робот-спавнер. Вау, мы сейчас роботов создаем, что ли? Вот это прикол, смотрите, реально роботы атакуют. А это я еще в далеком будущем. Интересно. Ну, тогда, сейчас мы здесь это, получается, доделали. И роботы у меня создаются. Здесь у меня все тоже делается. Давайте мы немножечко коинов тоже соберем, 3000. Так, и идем сюда. Это что? Это оружие. Берем здесь вот это все берем. Опа, крыша. Кстати, знаете, что напоминает мне? Симулятор толкача, тягача. Меню похожее, кстати, да, и
вот эти кнопочки тоже похожи. Вот такие. Телепорт туда-обратно. Похоже, очень сильно похоже. Давайте здесь и здесь строим. Теперь с этой стороны давайте берем. Есть. Это что это такое вообще? Вот 1000 робоксов стоит, обалдеть. И оружие за 100 минералов можно взять. Но у меня нет никаких минералов. Тогда зачем я это строил? Непонятно. Непонятно. Ну ладно, это, видимо, мне надо как-то минералы получать. Но пока как получать эти минералы, я не особо понимаю. Еще строим здесь. Давайте здесь еще какое-то вот здание у нас будет сейчас тоже интересное. Свет добавим сюда. И что же это такое? Это у нас... это у нас продолжение нашего оружия получается, да, оружейный. Похоже, да, похоже, как будто у нас здесь будет... О, можем проапгрейдить. Это у нас апгрейды. Урон можно прокачать вот так вот. Бэмч, бэмч, прокачали. Апгрейд, апгрейд. Есть, ага, вот так вот я накидываю, значит. Ну, сейчас, подождите. Апгрейды мы потом сделаем. Пока что, я думаю, нам надо еще всякие другие штучки прокачать. Другие штучки, например, вот здесь добыча мне нужна вот этих минералов. Вот это мне надо, смотрите, добычу минералов мы ставим, наконец-таки. Добычу минералов, а все, да, я больше не могу, всего лишь 2, что ли? Опа, забираем, вот все, у меня теперь эти минералы добываются. Здесь у нас, смотрите, что это такое? Лунная машина, луноход, 20 тысяч? Но это как-то много, я думаю, мне пока луноход-то и ни к чему. 20 тысяч за луноход отдавать не хочется. Давайте здесь посмотрим, что же здесь у нас есть. Это еще какая-то дополнительная площадочка. Давай сюда строим, здесь. О, здесь у меня дополнительные рабочие будут. Прикольно, это то, что мне надо, то, что надо. Так, да, строим. И коины закончились. К сожалению, но рабочие мне нужны, да, потому что уже мне явно здесь не хватает. Так что давайте сейчас забираем еще коины. Вот здесь, может быть, отстроим, что это такое. Опа, до конца тропиночку проложили. Луноход мы возьмем попозже. И здесь рабочих мы доделаем. Опа, есть свет. Все, так еще что это такое? Лестница наверх. На втором этаже тоже, да, у нас будут рабочие. Давай-ка. Опа! Сюда пробираемся. Есть рабочий у нас. Есть. И все. А там, видимо, еще дальше будет у нас в этой башне. Тоже рабочих много, потому что у меня, смотрите, у меня закончились коины. И там лестница еще есть. Но зато у меня накопились гемы вот эти. Вот, давайте мы забираем кристаллы. Кстати, они также собираются, как и в симуляторе качка-тягача. Прикольно. Может, реально тот же самый разработчик, я просто не обратил внимания. Идем сюда. Идем. И сейчас возьмем что-нибудь. Вот, 100 минералов, оружие. Берем. Есть. Взяли. Воу! Ничего себе, у меня реально есть оружие. Только оно стреляет как-то плохо. Ну-ка попробуем сбегать сюда сейчас. Идем сюда сражаться с оружием. Оружие в руках. Мы несем, ну-ка давай, вон там вот кто-то есть. Так, пау. Не получается так. Вот так вот, пау, пау. О, я могу наносить урон. Круто, плюс 1 коин мне дают. К чему? На, вот так вот, сейчас мы здесь всех расстреляем. А вы вообще деретесь, нет? Или как у вас дела здесь обстоят? Он еще идет, смотрите. Пяу, пяу, плюс 1 коин мне дают какой-то. Неужели это просто обычный коин, который вот у меня есть? Ну-ка, давай кого-нибудь уничтожим, плюс 1. Да, мне по 1 коину дают, но это вообще не круто. Это вообще не круто. Здесь просто стоим, отстреливаем. Просто стоим, отстреливаем, ребят. Получаем по плюс 1 коин. Ну нет, это не серьезно, друзья. Это не серьезно. Плюс 1 коин это очень-очень мало. Хотя бы что-нибудь побольше давали. Хоть дополнительные минералы, что ли.
Коины это вообще. С ними, ну, ничего не сделаешь с этими коинами. Так что пойдем мы дальше сюда. 8000 есть. 8000. Сейчас еще доулучшаемся здесь. Рабочих дополнительных сделаем, которые будут еще больше коинов приносить. Отлично. Лезем сюда. Где у нас здесь недоделанные дела? Вот здесь. Давай здесь. Есть. Сажаем, сажаем, сажаем. Вот так вот. Отлично. И смотрите, свет поставлю. Я же говорю, есть еще один этаж. Во, строим стены, крыша. Оба, о, здесь прям, смотрите, наблюдательный пункт какой-то получается. И рабочие с этой стороны тоже садятся. И все, да? А, и здесь два только, и здесь. Они туда и туда смотрят. Там, смотрите, звезда какая-то вдалеке огроменная. Больше нет таких огромных? Больше не вижу. Ну, можно теперь, наверное, и доделать. Это что это такое? Лендинг-пад какой-то. Интересно. Интересно, здесь что, ракету можно какую-то поставить? Ну-ка, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Давайте здесь тоже что-нибудь построим. Дорожку туда. О, я захватил арену. Забираем здесь коины. И сейчас мы отбабахаем вот эту вот штуку. Надеюсь, получится. Что же из нее получится? Ну-ка, лесенку. Наверх. Наверх. Сюда. Что это такое? Оба. Что-то огромное мы строим, друзья. Очень непонятно. Огромная-огромная вещь. Что это за кругляши? Это огромная задница будет у нас. Нет? А, видимо, я ошибся. Так, оу, и здесь тоже кругляши. Это явно уже не задница. Это уже три круга каких-то. Что это такое? Я не понимаю. Я не понимаю, может сюда вертолетная площадка, что ли, или что-нибудь типа того? А что, я не могу? А, коины закончились. Закончились коины. Так что надо забирать. Есть 3000, есть. Этого, я думаю, мне хватит. Пока что идем сюда. Строим вот эту штуку. Оба. О, вау. Это что за покемон? Это что за покемон? Смотрите, летит куда-то. Ты ходить еще не умеешь, да? Только родился, я так понимаю. Жесть. Вот это странные существа. Ты ходить-то будешь, нет? Или что, тебя подтолкнуть надо? Может быть, давай мы тебя подтолкнем. Давай, иди. Нет? Вот в эту сторону легко толкается, главное. А в обратную нет. Ну-ка, давай, 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 пошел, 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 пошел. Иди, 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 дерись. Вот, все, давай, давай, давай. Поехал, покемон. Покемон, гоу, давай. Куда ты едешь? Ты не умеешь покупать ничего. Давай, едь уже, что ты застрял-то? Вон, смотрите, едет куда-то. Куда едет, никто не знает. А что, кстати, у меня забаговалось? Я не могу, я сам забаговался, да? Не могу от первого лица посмотреть. Ну-ка, давай вот так вот. Оп. О, вот так вот получается вроде. Или нет? Или что? Что происходит? У меня вообще игра работает? Да, работает, работает. Все ездят. Как-то странно вообще. Что происходит? Это вообще не рабочие какие-то у нас летуны оказались. Ну ладно. Ладно, ладно. Что мы еще не достроили? Мы еще не достроили улучшение, я думаю. И машину, луноход мы не построили. А остальное вроде бы у нас уже все есть. Вот здесь вот что-то. Так, давайте здесь это берем. Это берем тоже дополнительно апгрейды. Надо вот это вот все прокачать. Бэмч, бэмч, дэнч, 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 дэнч. О, уже здесь апгрейдов много. Очень, очень много апгрейдов, друзья. А это что это такое зелененьким горит? Это что это такое? Это типа последнее? О, смотрите, плюс 10 коинов дается за вот это вот все, за последние апгрейды. Это хорошо, это хорошие новости, так что мы можем еще лучше прокачаться, да? Кажется, что да. А хотя это не был последний апгрейд, вот же у нас еще есть апгрейды. Вот это последний. Мы до второго уровня докачали, там еще дальше можно прокачивать. Вот это прикол. Смотрите, там еще дальше можно прокачивать. Сколько здесь уровней-то? Жесть, здесь уровней, наверное, вообще очень много тогда. Кстати, у меня же гемы накопились. Можно, наверное, взять себе новое оружие. А это у меня стрекоза до сих пор здесь стоит и не шевелится. Тогда давайте мы сейчас забираем вот здесь вот наши гемы. И еще и коины заодно заберем.
Заодно, а хотя может быть даже прокачивать не будем, может дождемся 20 тысяч? О, нет, долго будем ждать. Хотел луноход купить, но мне это очень-очень долго придется стоять здесь опять и собирать. Давайте берем оружие, еще одно. Что это такое? А что, где? Где я же потратил минералы? А, подожди, это я прокачка? Это прокачка моего оружия? Серьезно? А чё так? Жесть, его еще отдельно мы прокачивать будем? Обалдеть, ну, выглядит, в принципе, игра прикольно, но пока очень-очень как-то забагованно и недоделанно. Да, много здесь еще чего надо исправлять, мне кажется, и тогда будет вообще просто конфетка. Ну, а пока что у меня на этом все, надеюсь, тебе понравилось. Ты поставишь лайк, подпишешься на канал, нажмешь на колокольчик, чтобы не пропускать новых интересных видео. Не болей, не скучай, пока-пока.